Больше 100 тысяч казахстанцев лечатся от алкоголизма и наркомании. Это данные главного внештатного психиатра-нарколога Куаныша Алтынбекова. По его словам, помощь зависимым оказывается как в кабинетах психического здоровья в регионах, так и в первичных центрах психического здоровья в городских поликлиниках. Лечение на таком уровне оказывают мультидисциплинарные команды из числа наркологов, психотерапевтов, психологов и соцработников. А до конца года по всей стране планируют открыть новые отделения для реабилитации наркозависимых. Пока что они функционируют только в 7 регионах. Лечение проводится бесплатно. На первое полугодие в нашей стране количество лиц, которые состоят на динамическом наблюдении по поводу психических расстройств вследствие употребления психоактивных веществ, составило более 107 тысяч человек. Из них с алкоголизмом 83%, а с наркотической зависимостью 17%.